Продолжает рубрика «Размах крыльев», в которой наш корреспондент Измаил Кажемов расскажет о высшем пилотаже. За прошедшее десятилетие уже немало печальных слов сказано о последствиях развала СССР. Процесс деления и размежевания коснулся буквально всего. Авиация, а именно спортивная, о которой сегодня речь, не исключение. Необычное амплуа избрал для себя бывший чемпион Советского Союза по высшему пилотажу Юргис Кайрис. Решив лишний раз продемонстрировать, что он круче Чкалова, Юргис собрал огромное число зрителей на свое очередное представление. Надо признать, удалось оно на славу. Зрелище, скажу я вам, восхитительное. После такого, собственно, и задумаешься о том, кому из отечественных пилотов еще доступны подобные штучки. На проходивших в прошлом году в Испании всемирных воздушных играх сборная России легко упаковала в чемоданы практически все предлагаемое золото. Но, к сожалению, высший пилотаж, не являющийся массовым видом спорта, уже превратился в настоящую экзотику. Многие крупные областные клубы России утратили школу, растеряли пилотов и не в состоянии восстановить технику. Нет средств, нет государственной поддержки. Пилоты сборной России летают на старых самолетах Су-26 и Су-31, а у Юргиса тот же российский Су новенький. И вот этот коронный номер. После нескольких примерочных подходов шасси кверху и под мост. Затем буквально со спины самолет взмывает в небо. Поскольку все делается вверх ногами, для летчика это означает резкое снижение. Заслуженные аплодисменты. К сожалению, такие авиационные представления происходят все реже, и тому есть масса причин. Путь в небо начинается от края летного поля. До стоянки своего самолета Андрея Борисовича Корчагина сопровождает техник. 22 года Корчагин вывозит на своем Як-52 курсантов. Воспитал не один десяток пилотов. Его специальность – летчик-инструктор. Должность – заместитель начальника авиацентра Московского авиационного института. Возраст самолета прояснить не удалось. Но, думается, это тот самый случай, когда летчик и самолет – ровесники. А потому прекрасно понимают друг друга. Второе рабочее место в самолете пустует. Ученики у Корчагина есть, но работает он с ними не так часто, как хотелось бы, а главное, как необходимо. Да практически такой системы сейчас нет. Это только человек по желанию и со своими, так сказать, возможностями, с финансовыми, может научиться. Это единственная, наверное, организация, которая вот свой аэродром и занимается со студентами, летают студенты. Вот, но спортсмены в основном только парашютный спорт остался. А как авиационного вот такого массового сейчас нет нигде. Свою работу в прежние годы Корчагин сравнивает с конвейером. Нет, конечно, подготовка летчика – работа тонкая и кропотливая. И себе подобных асов Андрей Борисович воспитал достаточно много. Если учесть, что инструкторов в стране в свое время было предостаточно, то можно представить, какое количество они готовили профессионалов. Теперь все не так. Нет горючего, нет новых самолетов. О спортивных полетах речь давно не идет. Удается обеспечивать учебную практику студентов МАИ. И это уже хорошо. Раньше это была государственная программа. И как бы летчики потом, они были в запасе как для армии. Но сейчас, видно, для армии летчики не нужны. Но если летчики уходят на пенсию, военный летчик, например, 45 лет, и капитаном, командир эскадрильи, и летчик там 2-3 класса, это уже не есть хорошо. То есть получается, что хоть и летают в армии, но до такой степени мало, что уровень летчиков, я думаю, невысокий. Желающие летать и даже заплатить за свое обучение изредка находятся. Но любитель – это одно, а профессионал – совершенно другое. Да и учить при таком положении дел может статься, скоро будет некому. Вот их как раз этому обучают в основном коммерческие пилоты. Их обучают. Но они, опять же, обучение очень узкое. Это в основном летать по маршруту. Взлетать и садиться на разные аэродромы. Их провозят иногда на чужие аэродромы, чтобы можно было, то есть человек сориентироваться как на, не только на своем летать аэродроме, потому что все привыкают к своему аэродрому, а чтобы сесть на чужой аэродром, это тоже сложность. Оказывается, и в подмосковном небе встречаются еще мастера ювелирного пилотирования. Вот так, без рекламы, эпатажа и толпы зрителей, Корчагин заходит на посадку. Для него главное не антураж, а то, что будет завтра. А некому будет летать под мостами.